Тем временем в Хабаровском крае свои голоса отдали 267 308 человек. Это более 24% от общего числа электората. По словам мэра краевой столицы Александра Соколова, явка на этих выборах в Государственную Думу России не ниже, чем в прошлый раз. В лидерах по количеству проголосовавших по-прежнему остается Аяно-Майский район. По состоянию на 15.00 там проголосовали 1313 избирателей. Это 62,23%. Активно голосовали в Комсомольском районе, а также в Тугуро-Чимиханском и Байкинском муниципальных районах. По Хабаровскому избирательному округу проголосовало 27,81% избирателей. Это 139 432 человека. Якутяне, постоянно и временно проживающие в Хабаровске, также активно принимают участие в голосовании, особенно студенты. По их мнению, активное проявление гражданской позиции обязательно повлияет на судьбу страны. Хочется принимать участие в выборе, так как это будет зависеть, ну, для нашей страны, для вообще будущего. От молодежи тоже зависит будущее нашей страны. И молодежь должна активно принимать участие в выборах, зависит от каждого человека. Даже находясь за пределами Якутии, важно голосовать, так как это будет касаться не только на территории отдельных субъектов, но и по всей России.